ребята готовятся, 6 Б, благодарят Кузьменко Анну Викторовну, лучшую из всех руководителей, и, конечно же, своих родителей. Ну, как я вижу, другая команда уже готова. Поэтому встречайте, команда КВН, ребята, 7 А класс. Пахнет паленкой. Дай посмотрю бирку. Только не трогай меня. Хорошо. Паленка. Ты сам не в оригинал не ходишь. А их отвечаю. Да, дай гляну. У тебя даже бирки нету. Давай создадим команду. Давай. Фу, чем воняет. Я трогал мужиков на рынке. Пахнет лепешкой. Я брал ее в кредит с дурами. Ну давай создадим команду. Все, отчетим. Ай-яй. Все, бишку так. Никич. Выходи. Привет. А ты кто вообще? Я. Роберт. Роберт? Да он не младший, что ли? Никита. Да. Что ты умеешь? Я умею петь. Ну-ка спой. Смотри. Мало половин, мало, мало половин. Стой, 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 я не поняла, ты что, Бузова? Да. Иди отсюда. Ох, ну и женщина, это Злата, целитель музыки. Ребята, я не поняла, вы почему без нас начали? Арина и Лиза. Всем привет. Под Лиза. Ой, в инстаграме опять новый лайк, надо посмотреть, кто это. Блин, опять не Тимур. Мы. Команда. Парь. Ребята, взорвем зал. Как и ставьте, как девочка, оставляйте в соцсети. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Что с настроением? Ничего. Ну я же вижу, что что-то случилось. Вот скажи, я страшная? Нет. Вот скажи, я могу быть похожа на других красивых девочек? Конечно, можешь. Тогда почему меня Тимуров Мадулин не лайкает? Может, потому что он старше? Любви, все возрасты покорны. Представьте, девочка смеется, как орангутан. Ты вообще видела, в чем она сегодня пришла? Это ужасно. А голову никогда не моет? А в салоны ходит? Нет, наверное. Вообще. Давай перейдем на другую тему. Ну давай. Вот слушай, ты когда-нибудь слышала смех орангутанга? Чего? Ну смех орангутанга. Нет. Я покажу. Давай. Смотри. Встаем. Угу. Вот так. Вспоминаем, что очень смешно. И как? Пожалуйста. Я потом, потом зайду. Ушла. Можно пойдем. Я тоже не знаю. Ну, у нас за все выступление мальчики не пошутили ни разу. Ну,
Вообще-то у нас есть шутка. Ну, давайте. Яйцо было настолько крутое, то, что его пригласили сниматься в «Форсаж». Все же, я думаю, нам пора заканчивать. Благодарим 7 А-класс громкими аплодисментами. Ребята тоже в этом году дебютировали на сцене. И они благодарят своих мам, пап за заботу. Всем пока.